Аптаның дүйсенбісі отты дейді, басатын аяз бенен от тілейді. Сіздерге ТДК-ның бар ұжымы арайлы таң болсын деп тек тілейді. Бізді тамашылап отырған қымбатты көрермен, ассалаумағалейкум. Сіздермен әдеттегідей ТДК 42 арнасында арайлы таң ақпараттық сазды бағдарламасы. Студияның төрінде менің сұлу да сымбат әртесім Динара Ақылбекқызы. Ендеше біз сіздерге қызықты ақпар, жағымды материалдарды ұсынуға дайынбыз. Қолыңызға бір шыны шайыңызды ұстап, экран алдына жайғассаңыздар болады. Біз бастаймыз. Пусть будет утро активным, настрой душевный позитивным. Легко решаются задачи, всегда сопутствует удача. С добрым утром, уважаемые наши телезрители. С добрым утром, страна. С вами утренняя программа «Арайлы таң» на телеканале ТДК-42. И я с коллегой Ернур Канама. Начинаем. Будьте с нами. Бізді тамашылап отырған көрерменге бүгінгі таңда сіздің шайыңыздың дәмін келтірер қанттар жайындағы ақпармен бөлісетін боламыз. Жалпы қант жалпы бүтін тағамның керемет дәмін келтіруші дәмдеуші ретінде атап өтсек болады. Сонымен қатар бала кезімізде, Динара, жалпы қантты неден жасайды деген сауал бізді толғандырғанда қант қызылшасы еске түсетін сөзсіз. Ал қызыл дүниеден қалай ақ түсті қантты жасауға болатынын сіз бен бізге енді келесі ақпарда толыққанды түсіндіретін боламыз. Да, Ернур, в пищевой промышленности тростниковый сахар также занимает особое место. И на сегодняшний день огромное количество подсластителей и заменителей сахара. Но тем не менее найдутся те люди, которые не могут ни дня не прожить без сахара. Давайте же все-таки все вместе будем смотреть наш следующий сюжет, который посвящен именно сахару. Қанттың отаны Үндістан, қанттың шыққан жері ежелгі Үндістан деп есептеледі. Біздің елімізде қанттың қант қызылшасынан өндірілетінін білеміз, бірақ қант жасауды дәл 1747 жылдан басталғанын екінің бірі біле бермейді. Нақ сол жылы немістің Марграф деген химигі не болар екен деген оймен қызылшадан ақ кристалл зат шығарып дәмін татып көргенде борық қантын алмайтын байқайды. Алайда жұрт бұған мүлдем ден қоймай, бұл әдіс 50 жылда елеусіз қала берген. Қант өндірудің өнеркәсіптік технологиясын жасап, 1802 жылы Кунер қаласында алғашқы қант сауытын салдырған. Марграфтың дарынды да әрі іскер шәкірті Ахарт болды. Қазіргі уақытта қант қызылшасы мен қант борығы жер шарындағы әрқайсысы шамамен 7 миллион гектар алқапта өсіріледі. Дегенмен қызылшада қант аз болғандықтан дүниежүзінде қанттың 60% қант қорығынан өндіріледі. Алдымен теріліп әкелінген қызылшаға үлкен астауға салынады. Содан кейін бірінен соң бірі кезекте тұрған машиналар жоғары көтеріп, жуын оны майда тіліктерге кеседі. Тіліктерден шырын бөлінеді, бірақ ақ түсті қызылша қара сөл бөлінеді. Осы сөлдер үлкен ыдыстар жиналып, түтікшелер арқылы өңдеуден өткенде оның түсі мөлдір болады. Қызылшадан алынған сөл қою болуы үлкен мұнарада оның құрамындағы артық суларды буландырып шығарып тастайды. Шыққан затты тағы да тазартудан өткізіп оған қант ұлпаларын себеді. Ұлпалар қой малжын шәрбатқа араласып түйіршік болып өсе бастайды. Осылай қант кристалды пайда болады. Кристалды арнайы қондырғыда жуып кептірген соң шекер пайда болады. Ал шекерден шақпақ қант жасалады. Міне бір түйір қант жасалу үшін үлкен жұмыстар істеліп, көп тер төгіледі. 2020 год нам всем удался не совсем легко, но тем не менее в каждой, можно сказать, ситуации есть свои плюсы и минусы. Вот, Ернур, что ты учел для себя лично во время пандемии, во время карантина? Жалпы бұл карантин уақытында біздің бүтін елдің халықтары белгілі бір тәртіп ережелеріне бағынуды үйренген секілді деген ойдамын. Жалпы 2020 жыл бізге ең көптеген сөздердің жаңа туындылармен келгені сөзсіз. Бұл сөздердің ішінде біздің қазіргі таңда ең көп қолданып жүрген сөздеріміздің бірі карантин сөзі жататыны артық емес шығар. А ты когда-нибудь задумывался, откуда появилось это слово карантин? Жалпы мен көптеген италияндық кинофильмдерді қарағанды ұнатамын, ал осы ақпарда бұл сөздің шығу тегін мен толыққанды білем десем артық айтқанымыз емес. Енді біздің көрермендеріміз білмейді екен бұл сөзді. Қалай ойлайсыз? Но давайте же все-таки не будем гадать с тобой, а дадим слово нашим коллегам. Иә, сонымен қатар жақсы хабармен бөліскіміз келіп отыр. Енді екі күн демалыстан кейін бүгінгі таңда сауда орындар қайтадан ашылды. Енді өзіңіздің қалаған дүниеңізді сауда орталықтарына барып қайтадан ала алатын боласыздар. Енді біз сары аймақтамыз.
Где появилось слово «карантин»? Остров Лазаретто в Венецианской лагуне в Италии. Именно здесь более 600 лет тому назад появилось это слово «карантин». В то время в Венеции разразилась эпидемия бубонной чумы. Венеция первая применила систему изоляции, то есть использовала острова и особенности территории, образованные архипелагом из больших и малых островов, разбросанных по лагуне. На двух из островов были организованы центры для изоляции зараженных. Уже тогда врачи понимали, что это единственный способ остановить распространение чумы. В 15 веке все товары и экипажи судов, прибывающие с востока, должны были провести время в изоляции, прежде чем продолжить свой путь на материк. Больных отправляли в старые карантинные помещения, а здоровых – в новые. Лекарств в это время не было, поэтому нужно было остановить распространение. Чума проходила в Венецию в основном с моря, с кораблей. Каждый корабль был потенциальной бактериологической бомбой. На борту были черные мыши из Африки и с Востока, которые считаются переносчиками болезней. В то время пассажиры и экипажи, ценный груз, оставались на карантине целых 40 дней. Считалось, что этого достаточно, чтобы избежать заражения. Ғұмырыңның күніңнің қалай өрбетін шайындағы ақпармен бөлісетін әр түрлі ғылымның салылары бар екені белгілі. Оның ішінде нумерология, сонымен қатар көптеген тағда басқа адамның ішкі жан дүниесін зерттеудің түрлі құралдары, сонымен қатар ғылымдары көптеп табылады. Ал бүгін біз сіздерге жұлдыздың ең керемет сәттерін әспеттейтін жұлдыз жорамалайдарын ұсынамыз. Бүгінгі күніңіз қалай өрбейді, сонымен қатар жұлдызыңыз сізге бүгін нендей қызықтар мен нендей Кейн, жағдайларды дайында поэткен. Бірге біделік. Ернур, как ты сказал, не только нумерология и цифрология меня привлекает, меня в то же время очень интересует гороскоп. И давайте же сейчас все вместе будем с вами смотреть гороскоп. Жұлдызыңыз жарқырай түссін. Овен. В жизни овнов возможен переезд, и даже если на данный момент вы выступаете против этого, то, скорее всего, поймете, что это была хорошая идея. Вас будут раздражать любые вопросы. Если не хотите испортить день себе и другим, постарайтесь оставаться корректными и терпеливыми по отношению к людям, особенно к вашим детям. У овнов не совсем удачный день для новых начинаний, особенно в партнерских отношениях. Телец. Тельцы смогут вынести правильный урок из сложившейся ситуации. Тельцам будет казаться, что их день полон случайностей, но ведь ничего не случается просто так. Вспомните о том, что дважды в реку не войти, и постарайтесь побыстрее успокоиться. Близнецы. Сегодня подходящий день, чтобы совершить какую-нибудь глупость, которая доставит близнецам много радости и не вылезет боком. Попробуйте расслабиться вечером и ни о чем не думать. Завтра вернетесь к своим проблемам, они от вас все равно никуда не денутся. Рак. Сегодняшний день даст вам возможность осуществить акт благотворительности. Сегодня прошлое вам будет пытаться атаковать, желая разбудить тоску о давно забытых и пережитых событиях. Лев. Сегодня львы столько всего сделают, что сами будут удивлены своей трудоспособности, и они получат от этого огромного удовольствия. Не торопитесь судить окружающих, хотя именно сегодня у вас будет такое желание. Дева. Возможно, незапланированные, но приятные гости. Сегодня девы могут послать все к черту, но уже завтра об этом пожалеют. Сегодня вряд ли что-то сможет поднять настроение дев. Весы. Продолжайте делать добро, и когда-нибудь вы определенно спасете этот мир. Сегодня вы очень остро будете чувствовать неискренность окружающих, от которых вам пока никак не сбежать. Не обижайте тех, кто вас слабее, ведь все так переменчиво на этой земле. Скорпион. Собственное улыбчивое отражение в зеркале подарит скорпионам заряд энергии на целый день. На сегодня у скорпионов может быть запланирован откровенный разговор по душам, который окажется скорее тяжелым, чем безобидным. Стрелец. Сегодня стрельцам будет нелегко сделать первый шаг, но они смогут решиться и не пожалеют об этом. Сегодня они не будут опускаться до сплетен и критики. Не пытайтесь ни за кем шпионить. Все, что вы сможете вынюхать, не принесет вам добра.
Козерог – благоприятный день для начала романтических отношений, признания в своих чувствах и откровенных разговорах о планах на будущее. Прожить день без напряга у козерогов сегодня не получится, но в этом будет и изюминка сегодняшнего дня. Задумайтесь, не преувеличиваете ли вы значимость денег. Возможно, вы зарабатываете, но стоит также с умом тратить. Водолей. Сегодня водолеи могут случайно наткнуться на информацию, которая заставит их задуматься над нынешним положением вещей и подтолкнет их к положительным переменам. Водолеям не стоит заставлять себя улыбаться, если не хочется, но нужно оставаться корректным. Водолеи долго откладывали важное дело, и сегодня его тоже нужно отложить. Рыбы. Сегодня цвета карандашей в ваших руках, поэтому вы сами можете раскрасить свой день. Сегодня рекомендуется позабыть о прошлом и смотреть только вперед. На сегодня правила приличия еще никто не отменял, и рыб это тоже касается, потому что можете перегнуть палку. Опера и театр на сегодняшний день являются для каждого человека излечением и бальзамом для души. Вот среди них хочется отметить особо опера «Біржан Сара». Я жалпы «Біржан Сара» операсының шығу тарихы сонау ерте заманда жатырған қыз бен жігіттің керемет айтысынан туындаған келі өнердің енді қаспағын опера өнерде өзіне қабылдаса керек. Сахнаның төрінде қойылымдары көптеп қойылып жүрген опера театрларының ең негізгі қойылымдарының бірі осы бір керемет опера «Біржан Сал» операсы. Ендеше біз сіздерге осы бір керемет қойылымның түрін, сонымен қатар оның мазмұнын толыққанды түсіндіруді жөн деп санадық. Экраннан алыстамаңыздар. Биыл «Біржан Сара» операсы сахналанғанына 75 жыл толып отыр. 17 ақпан күні Астана опера сахнасында музыкалық жауқардың 75 жылдығы аясында ұлттық классика мұрасы көрермендер назарына ұсынылады. Дирижерлық тұрғыда Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері қоюшы дирижер Абзал Мұхаммеддин. Сөзсіз баршақ музыкалық қауымдастық үшін бұл елеулі оқиға. Себебі «Біржан Сара» қазақ опера өнерінің асыл мұрасы болып табылады. 17 ақпан күні біз бұған дейінгі ауқымнан ерекшеленетін режиссерлік нұсқаны орындаймыз. Композитор Мұқан Төлебаевтың музыкасы жаратылысынан өте жарқын, әсем әрі сазда. Оның өзі вокалмен кәсіби тұрғыдан айналысқаны белгілі. «Біржан Сара» операсына сазгер халық ақынның музыкалық дейік сөздерін пайдаланған айтпаяны бас кейіпкер бейнесінің бастамасы болып табылады. «Біржан Сара» операсының премьерасы 1946 жылы 7 қазанда Абай атындағы театрда өтті. Үш жылдан соң опера авторлары мен орындаушыларына Сталин сыйлығы берілді. 1958 жылы аталмыш спектакль Мәскеудегі Қазақстанның өнері мен әдебиетінің 10 күндігі кезінде көрсетілді. Шығарма шетелде танымалдылыққа ие болды. Қажым Жұмалиевтің «Либреттосы» түрік тіліне бейімделіп аударылды және 2013 жылы опера Самсунда, сонымен қатар 2014 жылы Стамбул, Бурса, Ескішехир және де Анкарада көрсетілді. Уважаемые наши телезрители, прежде чем сейчас показать наших гостей, мы бы хотели вам предоставить немножко, можно сказать, жизнь и работу наших прекрасных леди, инструкторов по йоге Анны и Анары. Я қымбатты көрермен, бүгінгі біздің студиямызда болатын керемет арулардың, керемет меймандардың бүгінгі еңбек жолын, сонымен қатар керемет саласының түрін сіздерге таныстырғанды жөн деп санадық. Экранға жақынырақ жайғасыңыздар. Шанте прошанте сарва бая упашамани сваха. Шанте прошанте сарва бая упашамани сваха. Шанте прошанте сарва бая упашамани сваха. Шанте прошанте сарва бая Upashamani swaha Shante prashante sarva paya Upashamani swaha Shante prashante sarva paya Upashamani swaha Shante prashante sarva paya Upashamani swaha
Уважаемые наши телезрители, сегодня у нас в гостях очаровательные девушки, международные сертифицированные преподаватели йоги Анара и Анна. Доброе утро, добро пожаловать к нам в студию. Мы очень рады вас сегодня видеть у нас в гостях. Я қымбатты меймандар, бүгінгі біздің таңғы студиямызға тағы да қош келдіңіздер деген тілекті мен де жалғасам. Енді алдағы жарты сағатта сіздерге дайындаған әдемі сұрақтарымыз бар. Сол сұрақтарға керемет жауаптар алып, осы бір мамандықтың, осы бір жаттығу түрлерінің ерекше бір белгілерін, сонымен қатар ережелерін біздің көрермендерімізге де толыққанды түсіндіреді деген ойдамыз. Ендеше біз сіздерге қарай сауал жолдауды бастаймыз. Жалпы өздеріңіздің, мамандықтарыңыздың қандай деңгейде жүріп жатырғаны, сонымен қатар қалай бастағаны жайындағы ақпарлармен бөліссеңіздер. Жалпы бұл жаттығу түрлері адамның денсаулығына тығыз бір байланысын тигізіп, сонымен қатар адамның өрлеуіне де өзіндік ықпалын тигізетіні сөзсіз. Жалпы мамандық жайлы, сонымен қатар осы мамандыққа келу жолдарын жайлы ақпараттармен бөліссеңіздер. Доброе утро, уважаемые друзья! Сфера йоги вошла в мою жизнь неожиданно во время беременности. Во время второй беременности я мечтала, что я буду заниматься йогой. Но, к сожалению, в нашем родном городе Уральске не нашла ни одной студии, где именно давали уроки для беременных. Поэтому я родила и решила, что сама буду преподавать. Стала международным преподавателем йоги и сейчас преподаю йогу и для беременных, и для деток, у нас Анара есть йога, и для взрослых людей, и для мужчин, и для женщин. То есть я в йогу пришла через свою потребность, мне очень хотелось давать важное и особенно готовить будущих мамочек к благополучным родам и послеродовому восстановлению. Анара, а как же вы выбрали путь йоги? Мой путь йоги начался еще 3 года назад. Тоже был такой момент, когда я родила второго ребенка, и мой организм ослаб, и мне прям вот нужно было это восстановление. Через 1.5 года, как я начала практиковать, я почувствовала действительно улучшение. Аня просто меня подняла на ноги, можно сказать. Вот. И я поняла, что я могу тоже благодаря йоге нести благо людям, оздоравливать, помогать. Вот. Тем самым я обучилась уже на международном сертифицированном преподавателе. И сейчас вот преподаю также вместе с Анной во всех группах практически. Замечательно. Девочки, желаем вам успехов, чтобы у вас всегда все получалось. И следующий вопрос, Аня, позвольте, задам я. Вот сейчас, на данный момент, многие, особенно девушки, практикуют разные дыхательные гимнастики, помимо йоги, разные там телесные гимнастические какие-то упражнения. Но почему именно йога? В чем же все-таки заключается суть йоги в целом для организма? Как оно плодотворно и благоприятно влияет на организм, особенно для женщин? И какие именно преимущества можно заметить уже после первого приема? Правильно, Динара, подметили, это сейчас очень модно. Модно заниматься дыханием, телом своим. И это актуально и для женщин, и для мужчин. И базой получения этих знаний, конечно, является йога, поскольку йога – это одно из самых древнейших искусств. И основа йоги родилась, конечно, в Индии. С Индии к нам пришли учителя, которые уже передали все это по всему миру. А современные инструкторы и многие школы взяли эту основу, выстроили ее под современный мир и назвали ее своим каким-то именем. То есть основа многих дыхательных гимнастик, танцевальных техник, таких модных направлений, как пилатес и бодифлекс, это все основу взяли из йоги. Ну, это очень хорошо, это значит, что йога распространяется по всему миру, просто она имеет разные названия. Почему это актуально именно для девочек? Потому что именно мы вынашиваем деток. У меня уже 4 деток на сегодняшний день.
И моя третья, четвертая беременность пошли под эгидой йоги. Угу. Я очень рада этому, потому что йога учит дышать нас. Правильно дышать. Да, дыхание очень важно. И когда мы ходим, носим деток, и во время разрешения от беременности, и восстановления после беременности, дыхание имеет огромное значение. И как правильно, Динара, вы сказали, уже после первого урока в общей группе, в йоге для беременных, для мам малышей, для тех, кому за 60, вы можете почувствовать благостное воздействие на организм. У вас как будто начинает кружиться голова, а это значит, что до клеточек вашего мозга наконец-то дошел кислород. Замечательно. Да. В современном мире мы дышим поверхностно, грудью, а йога учит нас дышать полностью легкими, полным йоговским абдоминальным дыханием. Замечательно. То есть состояние окрыления и в то же время эйфории. Замечательно. Да, өте керемет. Енді былайша айтқанда, әйелдер қауымына бір керемет ақпармен бөліскен секілдісіздер. Енді жалпы келесі сауалды мен Анараға жолдағым келеді. Енді Динара жаңа Аннаға бүтін әйелдер қауымына қажетті дүниелерді сұраған секілді. Енді қазіргі таңда йогаға қызығушылығы бар ер азаматтар қандай түрлермен айналыса алады? Осы жайындағы ақпармен бөліссеңіздер. Бізді осы бір саланы қалайтын ер азаматтар да біле отырсын. В первую очередь хочу сказать, что йогой изначально начинали заниматься и продвигали это мужчины. И вообще женщин не подпускали к йоге. Это уже со временем женщины начали практиковать. И сейчас просто современность такая, что больше всего женщины практикуют. Да. На самом деле там, где истинная йога, там, где истоки, там в основном одни мужчины. Вот. У нас немножко, людям немножко сложно на это, да, пересматривать свой взгляд. Вот. Но хочу сказать, в любом случае, та йога, она одна, вот, и практиковать ей можно всем, и мужчинам, и женщинам, и неважно какого возраста. Замечательно. Уважаемые гости, давайте все-таки в это прекрасное утро будем также пить ароматный чай. Давай, верну чашечки. И следующий вопрос назревает у меня к вам, Анна. Все-таки помимо йоги, наверняка у такой успешной девушки есть еще дополнительные какие-то интересные увлечения. Чем же вы еще увлекаетесь? Какие у вас еще есть интересы? Тяжело чем-то увлекаться, когда у тебя есть йога-студия и четверо детей. Но при этом вы очень верно подметили. Я считаю, что физическая активность имеет базу для хорошего самочувствия. При этом также очень важно следить за тем, что мы складываем в рот. Правильно. Поэтому, да, моим увлечением и вторым крылом в моей жизни является правильно сбалансированное питание. ПП, то есть. Да, поэтому... моя прекрасная форма после четвертой беременности – это, конечно, труд йоги и труд сбалансированного питания. Залог питания, да? Да, нести это в массы, особенно, конечно, доносить это до девочек, до женщин, потому что мы – основа питания для всей семьи. Верно. И у меня сейчас даже были мурашки, когда Анара говорила о мужчинах, потому что она совершенно права, что родоначальниками йоги всегда являлись мужчины, и за мужчинами очень хорошо идти вперед. И ученики мужчины у нас очень успешные, у них все получается прогрессивно, вот так вот, да? С первого раза. И когда они подключают и йогу, и сбалансированное питание, результаты просто вдохновляющие. Мы с Анарой сейчас вдохновляемся результатами наших учеников. И от этого на самом деле горят глаза, и хочется делать все больше и больше. Замечательно. Өте керемет. Енді осы тарапта қазіргі таңда өздеріңіздің де осы бір сәтте, осы бір жаттығу жасау барысында да өзгелерге үйретіп жүргендеріңіз бар. Сонымен қатар осы бір үйрету барысында сіздерге одан ары қарай өздеріңізді дамытуға бағытталған көптеген тәжірибелерді қай жақтан алдыңыздар? Былайша айтқанда білімді жетілдірдіңіздер ме осындай тарапта? В плане обучения, да, мы обучались в международных сертифицированных центрах. Вот, и на данный момент мы не заканчиваем свое обучение, мы продолжаем повышать свою квалификацию каждый раз. На данный момент мы обучаемся уже таким знаниям, как аюрведа. Аюрведа – это знание о жизни. Ну, да. Вот, это очень глубокие индийские знания.
медицинские знания. Вот, да, поэтому смысл очень хороший. Мы, получается, обучаемся и со всех сторон, не просто вот как работает йога, угу. Это более глубокий смысл. Угу. Мое обучение началось в 2016 году, когда родился мой третий ребеночек, сыночек. Угу. Я сначала обучалась в Казахстане. Учитель с мировым именем приехал в Казахстан, набрал группу, мы обучались в Казахстане. И после были выезды за рубеж, в Россию, в Татарстан и на Шри-Ланку. То есть я ездила в корням, йоги к истокам, в Индию, Шри-Ланку. И получила, как уже сказала Нара, у нас с ней сертификаты международного образца. То есть куда бы мы ни поехали, мы можем преподавать йогу в любой точке земного мира, шара. Да. Только выучить язык, можно на пальцах, в принципе. Ну, так же, благодаря сертификату мы можем обучаться также в любых международных йога-центрах. И замечательно. И что очень важно, мы сейчас подтверждаем эту квалификацию, поскольку с этого года, с того года, как вы знаете, в связи с ситуацией во всем мире, мы ввели функцию онлайн-занятия. Это очень удобно. И к нам подключаются люди сейчас из разных городов Казахстана, из городов России. И даже мы ведем переговоры сейчас с Америкой. У нас хотят ученики подключаться с Америки. Это очень актуально сейчас. То есть если нет возможности бизнес-леди или бизнесмен, которым нет возможности выйти в зал, они могут из дома практиковать, даже из своего офиса, да, как бы это звучало. Это очень круто. Это очень современная тенденция, и мы с Санарой поддерживаем. Уважаемые наши гости, нам было очень приятно с вами побеседовать. Мы много для себя узнали, исчерпали. И теперь даем вам слово для ваших искренних и теплых пожеланий для наших телезрителей. От всей души, конечно, я желаю всем телезрителям, всем жителям нашей замечательного города, страны и планеты, всей Вселенной здоровья. Здоровья вам, дорогие, вашим близким. И помните о том, что здоровье состоит всего из двух составляющих. Это сбалансированное питание и постоянная физическая активность. И все инструктора нашего города Уральска готовы вас в этом поддержать. Выберите себе любимую студию, удобное время и присоединяйтесь к нам. Ну, я всех благодарю, всех, кто к нам обращается. Мы всегда рады и открыты каждому. Вот, и всегда идем навстречу. Готовы быть полезными для всех. Я желаю всем всегда быть в хорошем, позитивном настроении, здоровья, счастья вам, всех благ. Сіздерге де үлкен алғысымызды айтамыз. Осындай әдемі таңда Анна, Анара есімді керемет осы бір істің майталмандары бізге келіп керемет ақпарлармен бөлісті. Енді алдағы уақытта сіздерге табыстар тілейміз, еңбектеріңіз жемісті болсын. Енді сіздер тек қана Қазақстанда емес, жаңа аталған шет елдерден де сіздерді білуші, сіздерден үйренуші адамдардың саны көптеп табылсын деген тілегімізді жолдаймыз. Рахмет. Благодарим вас еще раз. На сегодняшний день дистанционное обучение является нормативом и нормой жизни. Также обучаются по дистанционке не только ученики, но также и студенты. Вот, Ернур, каково твое мнение? Обучаться онлайн тебе удобно? Жалпы, Динара, қазіргі таңда әлеуметтік желілерді ақтарып отырсаңыз, көп деген осы бір қашықтықтан оқыту мәселесіне оқушылардың емес, ата-аналардың шаршағаны тезірек байқалады. Былайша айтқанда, енді барша ата-анаға кішігірім сабыр тілейміз. Бұл карантин шаралары да аяқталып, енді оқушылар мектепке барып оқитын шығар деген өзіміздің керемет ойымызды жолдағымыз келіп отыр. Ал біздің қала тұрғындарына бұл мәселе қалай тиді екен? Сол жайындағы ақпарды сіз бен біз қала тұрғындарынан берген болатынбыз. Назарыңыз экранда болсын. Уважаемые наши телезрители, мы провели небольшой блиц-опрос на тему дистанционное обучение и узнали, что же думают наши горожане. Я думаю, что это настолько очень сложно и родителям, и детям, и как бы бабушкам и дедушкам, поэтому я за то, чтобы детки вернулись в школу, в свои классы, к своему классному руководителю, к своим учителям. За или против, это вопрос будет неполный, а просто это время диктует вот, в настоящий момент. Что надо все делать с учетом сложившейся обстановки всегда, потому что есть здравый смысл и практическая необходимость. Вот надо всегда исходить из здравого смысла и практической необходимости. Вот что сейчас возможно, то и надо делать, а что невозможно, то это не жизнеспособно. Все, спасибо. Ну,
қазіргі кезде мен өзім студент болғандықтан оның көптеген тұстарын көрдік. Әрине, бір жағынан оның зияны болып жатырса, бір жағынан пайдасы да бар. Но қазіргі кезде жастардың өзіндік шаруалармен айналысуға қосымша, өзінің істерінің мен айналысуға сабақпен қатар алып жүруге көптеген мүмкіндіктер ашылды. Бұл дистанционды обучениенің бір жақсы қасиеті де сол жағынан. Енді әрине ол студент болғандықтан қашықтықтан алған білім, ол барып оқыған біліммен бірдей болмайды. Сол үшін де мұғалімдерден дер кезіндегі кері байланысты әрине талап етеді студенттер. Кейбір жағдайларда сеттің нашарлығына байланысты да, онда кері байланысты алмай қалып жатады. Сол үшін де оның бір жағынан тиімді болғанымен зиян жақтары да көп. Ну, знаете, так как в нынешнее время у нас, как сказать, обязали, да, дома обучаться, то, что в первую очередь думаем о здоровье ребенка. А было, конечно, тяжело, потому что, да, время у них как-то сбивается режим. То есть мы, если в обед садимся на учебу, мы только вечером встаем. Те, у которых там более детей, да, больше двух, им, конечно, тяжеловато было бы. Но получилась возможность... Была такая, то, что в школу тоже детей вернуть, я, конечно, забыла. Потому что ребенок там уже будет с учителем заниматься. То есть, потому что мамочки могут также отругать детей, да. Ну, такая все равно на психику ребенка влияет дома обучаться. Мы только можем помочь им делать домашние задания, но никак не обучать полностью. И вот я была, конечно, против. Поэтому при первой же возможности, когда нам сказали, можете написать заявление, там отдавать ребенка, я сразу согласилась, и детей своих, двое учеников, то есть у меня, я их в школу сразу отдала. И считаю, что это правильно в школе их обучать. Уважаемые наши телезрители, вот и подошла к концу наша программа «Арайлы таң». Будьте с нами каждое утро. Желаем вам только прекрасного настроения, позитива, удачи и любви. Я қымбат көрермен, біз сіздермен етенгі таңға дейін қоштасатын боламыз. Аптаның дүйсенбі жұма күндері сағат 8:00-де «Арайлы таң» ақпараттық сазды бағдарламасы қосулы болсын. Ал осы аптамыз тек қана сәттілікке толы болсын, жұмыстарыңыз жемісті болсын, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Ертең кездескенше.